Всем привет! И сегодня рецепт, который спас меня от госпитализации. Когда в моем организме оказался дефицит буквально всего, а особенно железа, врачи начали пичкать меня мясом, добавками, но от них меня только выворачивало, что делало только хуже и с каждым разом усугубляло аппетит. Как итог, я испытывала страшное чувство голода, но есть не могла вообще, меня выворачивало, а до госпитализации под капельницей оставалось рукой подать. Тогда-то мне и встретилась пожилая диетолог, которая сказала: «Ешь хотя бы печень». Как ни странно, но все врачи до этого настаивали именно на мясе, и субпродукты никто не предлагал. Ну, теперь я, конечно же, понимаю, что делала врача. Тогда я искренне ужаснулась, ведь мне было плохо даже с любимых продуктов и легких творожков. А тут печень, которую я никогда не любила, и ела в последний раз у бабушки в детстве. Но, конечно, делать было нечего, и мне предстояло научиться готовить ее так, чтобы мне было вкусно. Тем же вечером я полезла в интернет, нашла рецепт, немного видоизменила его, и вот теперь делюсь им с вами. Рецепт вкусной, сочной печени, который поможет держать уровень железа в организме. Мой аппетит наладился за 2 дня, госпитализация не потребовалась. Все изготовки вы видели на видео, а полный рецепт найдете в закрепленном комментарии.